Приветствую, меня зовут Лилия Донскова. В этом видео я вас научу, как открывать международный номер и где посмотреть список стран, в которых нам доступно регистрировать новых партнеров. Заходите в личный кабинет в своей стране под номером и паролем. Сбоку, слева, если вы с компьютера нажимаете, как у меня, открывается меню «Мой бизнес», «Рекрутирование», далее «Международное спонсирование». Здесь мы выбираем страну, которой нам нужно оформить международный номер. Давайте я возьму, например, Азербайджан. Проверяем все данные и нажимаем кнопочку «Зарегистрировать». Но прежде чем нажать эту кнопку, я хочу показать, что посерединке вы тоже должны прочитать всю информацию. И также здесь вы можете посмотреть общие правила и список стран, открытых для международного спонсирования. Я сразу нажимаю на список стран, он скачивается у меня, а я пока завершаю регистрацию нового номера. Так, уже зарегистрирован Азербайджан. Так, давайте выберем Болгарию, например. Я просто уже регистрировала раньше номера, поэтому такое может быть. Нажимаем, ждем. Система обрабатывает запрос. Так, номер зарегистрирован. Я нажимаю, записываю 604-674, хотя он мне должен прийти на электронную почту. И идем с вами на электронную почту. Открываем, ждем письмо. Так, письмо пришло. Болгария, мой номер и временный пароль. Я записываю. Хотя письмо, конечно, не удалится, но все равно, чтобы потом не искать, у меня список всех стран в одном месте, чтобы не потерять, потому что иногда к нам приходят регистрации из других стран. Итак, все мы с вами сделали. А, письмо не досмотрели. Тут все, есть вся информация. Да, вы можете почитать, понажимать вот на эти кнопочки, почитать и так далее. Я нажимаю новую вкладку и ввожу Oriflame сайт Болгария. Так, вот сайт Болгарии. Смотрите, здесь я выбираю русский. Нажимаю на человечка, ввожу номер, который мне присвоили, и временный пароль. Так, это не то. 604. 674. Вот теперь можно регистрировать в Болгарии. Номер открыт. Регистрация доступна сразу. Так, делаем, да, если вы хотите, может быть, позже нажму. Так, нажимаю «Вход», он мне предлагает создать новый пароль, но я, пожалуй, оставлю этот пока. Так, нажимаем вот сюда «Принятие» сначала и нажимаем после этого «Вход». И таким образом мы сейчас с вами оказались на сайте Oriflame Болгария. Я везде нажимаю «Принять», так, «Принято». И если у меня придет заявка из Болгарии, то я зайду именно на эту ссылку под логином и паролем Болгария, введу здесь, поищу, да, как здесь у них проходит регистрация, потому что в каждом сайте своя регистрация. Вот присоединиться, может быть, здесь присоединиться, то есть нужно будет посмотреть. Так, спонсор, я спонсор. А, спонсор заблокирован, значит, нужно данные ввести какие-то. В общем-то, на телефоне горячей линии можно все будет уточнить, поразбираться. Если вопросы возникнут, а вы не найдете ответ, спросите своих вышестоящих наставников, обязательно поможем разобраться. И вот здесь мы проведем уже регистрацию человека, который хочет к нам прийти в команду. А сейчас посмотрим список стран, который нам доступен для регистрации.
Итак, Европа, СНГ сначала, страны СНГ, Европа, ого-го, сколько стран, Азия, Латинская Америка и Африка. То есть, если вы едете куда-то отдыхать, смотрите, если в этой стране нет представительства Oriflame, где вы можете регистрировать, не надо туда ехать. Нужно ездить туда, где есть возможность еще и регистрировать, знакомиться с людьми и строить команду, международную, крепкую, сильную команду. Итак, я вам желаю успехов. Если будут вопросы, обращайтесь, пишите в комментариях. И до новых встреч. Скоро увидимся.